Осваивать эти новые уютные игровые малыши начали всего лишь несколько дней назад. Дошкольное отделение разместилось в двух зданиях бывшего железнодорожного детского сада «Елочка» и входит в центр образования, созданный на базе лицея номер 27. Это и большая ответственность, потому что важно не только заявить о том, что создан такой центр, важно, чтобы этот центр начал вести полноценную работу и чтобы мы, как центр, имели возможность оправдать надежды и государства, и родителей, и самих учащихся в полноценной подготовке. Прежде чем дошкольное отделение начало функционировать, здесь потребовалось провести полную реконструкцию на 35 миллионов рублей. Заменили сантехнику, отремонтировали игровые, актовые и спортивные залы, пищеблок, благоустроили территорию и оборудовали площадку перед детским садом видеокамерами. Сейчас в планах закупка компьютерного и интерактивного оборудования, которое поможет осуществить полномасштабную подготовку детей к обучению в учреждении инновационного типа. Учебно-методический комплекс, который мы сейчас планируем завести, он оценивается порядка 500 тысяч рублей. Второй комплекс – это интерактивные парты. Они рассчитаны порядка на 900 тысяч рублей. И все это будет сюда завезено, будет установлено, смонтировано. И ребята старших групп уже получат полноценную подготовку для дальнейшего обучения в центре образования. Главную задачу подготовку детей к обучению в центре образования молодой и перспективный коллектив дошкольного отделения собирается решать при помощи развивающих программ, которые направлены на всестороннее развитие личности каждого ребенка, учитывая его индивидуальные особенности. Дополнительно здесь планируют организовать и работу кружков. Это будут и кружок хореографии, и кружок изобразительной деятельности. Также у нас будут действовать на базе нашего дошкольного отделения кружок иностранного языка. И мы планируем, конечно же, организацию компьютерного класса. Держимся. Приготовились к полету. На старт. Внимание. Марш! Полетели, полетели! Дошкольное отделение центра образования рассчитано на 250 мест. Пока сюда ходят 90 малышей, остальные оформляют необходимые документы и справки. Но уже до конца месяца оно заработает на полную мощность. Галина Сергейкович, события Брянск.